И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я бы хотел вам сообщить, возможно, прекраснейшую новость о том, что в ближайшее время, возможно, даже с понедельника, может быть и раньше, точно пока что вам не могу сказать, но с понедельника уже точно, начнут выходить серии по Арку. Я очень-очень долго боролся с локалкой, но... Игра победила меня, короче. Это все. Чем дольше я играю, тем больше жрет ресурсов. Я хотел доснять про оригинов, но не получилось. Ну, прикиньте, я захожу, все, сохранил мир тогда. Я точно помню, как бы после записи сохранил мир, все нормально было. Но в итоге, получается, я захожу в игру. Кое-как получилось запустить, думаю, ну да сниму. А меня откатило. То есть, все, что я записывал, все ДНК рапторов, сейверов, то есть саблезубов и так далее, все исчезло. Все исчезло. И, в общем, как будто бы те часов 10, которые я потратил на игру, на запись прошлой серии, все исчезло. И я попытался побегать, поискать, думаю, восстановлю. Два часа я бегал, искал рапторов, потом у меня вылетела игра, и, ну, короче, то, что я бегал, то, что я чистил рапторов, так у меня альфа-рапторы не появились, ну и все, короче. Я еще попытался что-то сделать, вчера у меня вообще тупо арк вылетал, не заходил, я удалил вообще все моды, все. И, кстати, те, кто задавали вопрос, почему, типа, ошибка вылезает при... Это, ну, то, что при загрузке карты The Center, сразу же вам отвечу, то, что я удалил абсолютно все из папки модов, и все по-новому установилось, все по-новому обновилось, также кэширование файлов проверил, и все нормально, все работает, и никакие ошибки не вылезают, ничего, все, в общем, замечательно. Сейчас, как видите, игра не вылетает, и все хорошо. Я постараюсь найти какой-нибудь сервер с Ark Comes Alive, потому что сейчас серверов с этим модом очень мало. Я бы так сказал, их и так было мало, а сейчас вообще их нету. Вот, и попробую записать, продолжить записывать для вас серии. По крайней мере, основы я хочу все-таки показать по этому моду. Вот, а там уже посмотрим, что будет с Арком. Также хотелось бы сразу сказать, мой второй канал по стримам, я сделаю его. Я думаю, к своим выходным я сделаю. Мои выходные — это будет понедельник, вторник, по идее, должен быть. Вот, и я уже к этим дням я сделаю картинку за стол. Не это... О, шапку для канала сделаю, потом сделаю аватарку, в общем, попробую повозиться, посмотреть что-то, да как там, и уже, что-то мне ни одна музыка не нравится, вот, и уже начну запускать там стримы. Конечно, как я все это сделаю, я запущу, сделаю видосик на канале и уже... Буду надеяться на вашу поддержку. Там у меня будут происходить все стримы. Там будут стримы. Возможно, по арку там тоже будут проходить стримы, но не факт. В основном там будут чисто просто, чтобы отдохнуть. Вот. Ну и, собственно, как я уже сказал, по арку я буду запускать именно на сервере. Если есть у вас на примете сервера именно со старым арком, где все нормально, ничего не глючит, потому что какие-то сервера я находил, там элементальные паучихи, они просто невидимые. Ну, как бы это не проблема была. Ну, в общем, какой-то я один сервак нашел, посмотрим, что да как там, да где будет. Но там всего 10 человек, не знаю, что там за сервер такое. Ну, ладно, в общем, посмотрим, что да когда где. Но я постараюсь в ближайшее время уже, как я уже говорил, начать с... либо в понедельник выйдет, либо раньше. В общем, следите за каналом и все узнаете. Вот. В общем, на этом все. Как я уже сказал, арк я продолжу обязательно снимать. Все стримы по левым играм, не по арку, будут уже на другом канале. Чтобы не было людей, которые там реально там недовольны тем, что я что-то снимаю другое.
Я вас прекрасно понимаю, я сам такое не люблю дело. Вот, и поэтому, как бы, буду разделять контент на два разных канала. Вот, постараюсь что-нибудь придумать, чтобы стримы были интересны, не только для меня, но и для вас. Вот, я все-таки еще хочу попробовать запустить, чтобы можно было делать заказ музыки, и чтобы меня за это не забанили. Возможно, я это так и сделаю поначалу, по крайней мере, забанят, так забанят. Канал-то все равно слабенький, новенький. В общем, посмотрим, что там да как там. Я попробую сделать заказ музыки именно, чтобы вы могли заказывать музыку, какую захотите. И, собственно, с ней мы будем уже и стримить. Ну, а на этом все. В общем, о новом канале я расскажу потом. Об арке вы узнаете, как самое позднее, уже в понедельник серия выйдет. Вот, посмотрим, что там, да как там будет. Вот. Ну и, собственно, пишите в комментариях, если у вас есть на примете какие-то сервера с модом ACA. Простой ACA, без дополнений каких-либо. То есть не с новым ACA Arkham's Life, а именно тот самый старый ACA Arkham's Life. Ну и все, на этом все. Хватит уже болтовни. Я буду сейчас, думаю, начну уже снимать. Если что, я вот сейчас снимаю и сразу же выкладываю. Так что я думаю, сейчас начну снимать, чтобы было, так сказать, немножечко времени у меня разогнаться. Ну и все, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Следите за моим каналом, и вы узнаете последние новости. Кстати, я иногда эти новости пишу в ВКонтакте, в группе. Так что следите за ним и тоже узнаете, что, как, да где. Все, на этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо и добра. Всем пока.